хотела бы сказать, что со своей стороны могу только поблагодарить городские власти, организаторов этого форума, потому что, безусловно, реализация миграционной политики невозможно в успешном таком русле, если не будет понимания, как в действительности происходят процессы, где чего-то не хватает и где существуют определенные проблемы. И как раз наша молодежь, люди, которые завтра придут на выполнение, может быть, государственных функций и задач, будут жить и работать в этом городе и в Российской Федерации, они сегодня чувствуют те проблемы, которые существуют на уровне межнациональных отношений, если они существуют. Они готовы это обсуждать, и это хорошо. И самое главное, у них есть свое видение. Я была на предыдущем форуме, я общалась с представителями молодежных организаций, которые там принимали участие. Я могу сказать, что огромная заинтересованность вот от этой категории нашей молодежи и желание действительно сделать жизнь лучше, потому что в любом случае мы говорим сегодня о том, что миграционная политика, она влияет, и миграционные процессы влияют на многие и многие аспекты нашей жизни. И что характерно, вот те события, которые мы сегодня наблюдаем за пределами Российской Федерации, в близкой к нам Европе, и видим, насколько быстро может меняться ситуация, когда нет все-таки урегулированности в таком важном вопросе, как миграция и глобальные миграционные потоки и процессы. То есть мы сегодня говорим о том, что в Российской Федерации, как бы мы ни критиковали зачастую, и в том числе и средства массовой информации, миграционную политику, у нас сегодня выстроенная и достаточно четко определенная позиция в плане миграционных процессов, которые у нас протекают. И очень важно, чтобы было понимание действительно, что в этой части делается, сколько уже сделано. Потому что я могу сказать, что, и вы сами это знаете, миграционная политика Российской Федерации – это практически одна из самых молодых с точки зрения и Европейского Союза, и многих государств, потому что активно развиваться миграционная политика у нас стала только с начала 90-х годов. Но в то же время, вы знаете, очень интересные вещи могу рассказать. Вот вчера мы встречались с руководством миграционной службы Швейцарии. Это была рабочая встреча в рамках их поездки, и когда они посетили наш миграционный центр, позадавали нам вопросы, руководитель миграционной службы Швейцарии, для меня это было очень приятно, сказал: вы знаете, я потрясен тем, сколько у вас сделано, насколько это продуктивно работает, и когда я вернусь к себе, я знаю, что и сколько мне придется еще внедрять и переделывать. И при всем при том, что это государство, я повторюсь, которое прошли достаточно большой путь по сравнению с нами во многих моментах, во многих аспектах. И, безусловно, с точки зрения молодежи, важно, чтобы молодежь и понимала, и имела возможность обсуждать, я повторюсь, уже проблематику, которая в этом направлении, безусловно, еще есть, но в то же время и вносила свои определенные позитивные мысли, идеи и взгляды на то, что еще нужно сделать для того, чтобы жизнь нас всех она была лучше, и миграция влияла только позитивно на все процессы. Потому что задача миграции в первую очередь позитивно влиять на процессы. Это вкратце, вот если говорить о том, как мне видится этот форум и идея создания этого форума. Спасибо. Я был еще...